Ну чё ты? Я знаю, почему у тебя черные перчатки. Почему? Потому что это типа модно. Да-да-да. Только поэтому. Как бы без разницы вообще перчатки, но практически не имеет разницы. Ну там есть нитриловые еще какие-то, не помню. Практически не имеет разницы, но так прикольно. А что за жидкость? Ну, обеззараживает, бактерии снимает. У нее есть название? Детол. А, понятно. Чувствую запах. Так, руку более-менее удобно держать? Да, так нормально. Даже вазелина не надо на тебя. Кто знает? Ай-яй-яй. А это универсальный вазелин? Ну. Или только для татуировок? Ну, там фантазии ограничивается все только, как лишь. Ой, густоватая, да, немножко краска. По-разному. Разные цвета, у них у всех разный химический состав, и поэтому они все разные. Блин, мне страшно. Дурочка, что ли? Мне каждый раз так. Блин. Я помню, когда я согласилась на розу, такая вышла со СМО покурить. Такая. А СМО с тобой что ли? Да, он пришел в тот день. Ну, он потом ушел, да? Да, такая, блин, что я наделала? Зачем я согласилась? Блин! Боже! Ты подержи там руку по-другому. Ну как, сейчас у тебя надо... Да сейчас это 5 минут. Это вазелин же! Блин! Так это Т, да? Где? Смотри, это Т, а рядом с ней точка. Да, СТ. А тебе не будет больно. Ага. Больно? Конечно. Вот здесь очень больно. Где ближе? Ну ты понял. Угу. Там вначале не очень больно. Ну это нормально, комарик Блин, за это. Это нулевка? Это тройка. Смотри, вот тут вот это И целое, да? Т-Р-У-У-С-Т. Да, русское И. Что русское? Русское И. Ага. Мне изначально были по-другому буквы. Мне этот мастер, который делал коррекцию, он буквы все неправильно набил заново. Там шрифт другой был. А, шрифт. Ну, а что ты хотела тут? Чуть-чуть изящнее. Буква Р была другая. Изящнее это понятно, просто когда сверху ты бьешь, уже как бы, ну, выбирать-то особо не приходит. Mm-hmm. О, уже заметно. Я правильно понимаю, нулевка совсем тоненькая. Нулевки не существует. Есть однерка и тройка. А, да? Я не знаю, почему я нулевку говорю. Я не знаю, почему ты говоришь. Или он говорил? Ну, мне говорили, что нулевка. Может, аж твинти говорят нулевка? Ну, если честно, тут вообще непонятно, какой был шрифт. Ну, здесь был, ну, да, или мне так сделали просто повторно. Так, это Т первый, да? Да? Что написано-то? Мы верим в Бога. Ты из этих? Да. Масонский символ, однако. Масонские слова. Mm. На долларе написано. Я уж доллар-то не видел. Мне каждый месяц высылают. Зарплату. Ну-ну. Что, больно было? Прям я так чуть-чуть тыкнул. Вот здесь вот очень больно прям. Беленький. Так, вот это Е. Потом мы еще пройдемся пожирнее пока. W-E. Е, W-E. Что давай? Сфоткайся. Что тебе надо, блядь? Телефон твой. Угу. 5 минут свободных, я пофоткаю. У тебя норм качества. Вот у меня телефон большой, а толку от него? Тебе же нравился.
Нет, я вообще в восторге от своего телефона, но мне неудобно на него фоткать. Буква Е была, она длинная. Там косточка тут раз. Хочу сказать, что татуировок на пальцах я не делаю. Нет. И коррекции тоже. Нет, все просто особый случай. Да, сегодня у нас так вот. Тут уже даже буквы непонятно какие. Вот это что? Д. Д. Г-О-Д. Г. А, все понял. Да. А почему не делаешь? Потому что. Потому что плохо заживают, портятся. Да, портятся. И потом они пишут или звонят там. У меня татуировка плохо зажила, развалилась, что с ней? Почему вы мне так плохо сделали? Хотя ты по ней объясняешь, блядь, мне тоже они хуёво заживают. Ну, как обычно, как бы. Ай, бля! Ну чё ты? Сейчас надо выпить. Вообще так нельзя делать. Но, да. Но... Ну, Кристина гость особый просто. VIP-пользователь. Да, да, VIP-пользователь. Я вообще-то пью кофе. У нее золотая карта тату, да. моих услуг. Да. Там много что включено. Да. Да не нормально. Это вообще терпимо по сравнению с другими местами. Я представляю, как СМО было больно. Знаешь, какой у нее объем? То есть тебе как бы, ну, чуток совсем тут. Давай руку вот так, а то у тебя что-то есть еще. Да. Представляю, бедный, блин, я бы орала, наверное, на месте. Так он орал в конце уже. Я бы посерилась. Мне кажется, когда. Ладно, не в камеру будет сказано. Потом. Мне кажется, вроде. Так, это ин, да? Ин, да. Когда меня повезут рожать, я буду, наверное, материться на весь роддом. Когда это будет только? Да, не буду. Ну да, вообще видно, что совсем другая машинка, конечно. Она нежная. Какая? Нежная. Нежная. Ух, я представляю, как обычная машинка. Ты помнишь, какой громкостью она работает? Ну да. Оглушающий. А походу троеточие, да? Ну, где полгода троеточие? Где-то в начале троеточия. Там ничего нет. Это вот такая вот загогулинка. А, тянется от И, да? Да. Какой-то... Может, не делать ее? Сейчас букву Н поправлю. Вообще-то не очень приятно, знаешь? Тихо. Маникюрный салон Андрея Калашникова. Маникюрный? Да. Ну, отвлечься. Я вот сама себе... Да все уж скоро. Ну да. А ты смотрела фильм «Другой мир» про вампиров? Конечно, это же мой любимый фильм. Я третью часть начала смотреть. Я вообще обожаю фильмы про вампиров, про нечисть, про всякую такую дрянь. Тихо, тихо, это не грехи. Так, с этим все. Сейчас добавлю. Ой, бля. Говорила она, татуху мне поправь. Я говорила, мне, говорит, будет больно, не будет. Я это, Рэмбо. Я Рэмбо. Нет, я-то Рэмбо, но Рэмбо тоже больно. Ну да, да. Эмоциональный Рэмбо. Но вот почему татуировка так больно? Ну ты такой кайф чувствуешь от этого. Да. Как наркоман. Сейчас, я получила свою дозу. О, как хорошо. Больно, правда?
Ну хорошо. Хорошо, но больно. Так, ну сейчас букву последнюю вот эту дверь еще. Как будто, знаешь, из пальца кровь тебя беру. Угу. Размазалась вся, ё-моё. Нельзя чистый на сеанс прийти, да? Со стройки идёшь со своей. Надо, между прочим, купаться перед сеансом. И бельё красиво одевать. Даже если вы на руки оденете. Вас могут попросить снять трусы. Да, чтобы найти центр тела. Передаю привет с Баумана. Ты красавчик. Этот человек попросил у девочки снять трусы, когда она делала татуировку. Ну, не, вот здесь вот. Он сказал, сними трусы, мне нужно найти центр тела. Че, блядь? Все? Сейчас помажу. Ой, только. Пальчик. Че он такой черный? Ну, испачкаю. Вот вообще круто. Вот теперь видно. Мой пальчик. Ну, можешь Настя сама вытереть, как-то. Хорошо. Хорошо-то. О, как хорошо! Поткнулся, если... А че? Это крем. А, да? А что ты понюхала? Я не знала, что ты думала, просто салфеточка. Что за крем? Для заживления. Ой, какой нежный. Как попа младенца. Вообще. Ой, все. Хорошо как. Ой, спасибо. Счастья тебе, здоровья. Вот как хорошо иметь хороших друзей. Полезных. Полезно. Я у него в телефоне записан тату просто. Все. Че, как тебя? Как меня? Зовут. Кристина. Нет, ты давай как-нибудь. Че, не всю же руку было? Палец? Да. Ты как заматывала? А мы не заматывали даже. Нет, там не заматывали, а палец. Там-то понятно, что. Ну, палец хотя бы чуть-чуть там, походи. Я все время помню даже. Может. Не, не заматывали. Где ножницы? Далеко. Иди сюда. Да ладно, отодри. Ой. Отрежем. Как презерватив, да? Такой ноготь отрезал. Хера. Так, это тебе. Только положи как-нибудь. Я тебе в пакетик сейчас положу. А что там, еще салфеточки? Это крем. А, это крем? Салфетки. Я вот выдавил на салфетку крем и размазал. Я же не могу тебе своим пальцем мазать, чтобы грязь же. Все, ребят, спасибо, что посмотрели это до конца. Смотри, заняло видео 15 минут. Класс. То есть, ну, мы вообще уложились. Быстро справились, да? Давай, пятерю. Всем пока.